Экстренные новости, жестокой наебаловой пекаря или жидерской компании. Вот что по этому поводу говорит вице-президент компании Rockstar Games. Как мы направляемся в 2015 год, мы хотели бы поделиться первыми экранами и системками новой ультраграфа Nista Grand Theft Auto 5 для PC, а также новую дату релиза хуй знает когда, мы еще сами не знаем когда, может еще передумаем, ведь нам похер на вас. Наши извинения за небольшим сдвигом в день, но игра требует несколько дополнительных недель тестирования, поскольку нам похуй. Перемещение даты релиза никогда не решение, поскольку мы легкомысленны и переносим тогда, когда мы этого хотим, а не когда этого требует игра и наши поклонники. Спасибо всем за ваше понимание, и мы заверяем вас, что за эти несколько лишних недель игра поднимется в цене, ведь нам нужны деньги и заработаем на вослалках еще несколько миллионов. GTA-шечка интернет для PC, которая будет поддерживать до нуля игроков, будет запущена вместе с GTA и будет включать в себя кражу ваших денег. Онлайн-кражи для консолей будут запущены в ближайшие недели перед запуском вашего хуевого компьютера, который не потянет даже минималки. Ха-ха-ха.